Уважаемые коллеги, с 2021 года изменяется порядок допуска профессиональной деятельности медицинских работников. Необходимо будет предоставить в комиссию документы о том, что за последние 5 лет вы прошли курсы повышения квалификации, суммарно 144 часа за 5-летний период, и самостоятельно заработали определенное количество кредитов, баллов, учебных часов за свою активность, участие в конференциях, в семинарах, в вебинарах. Цикл вебинаров для врачей первичного звена – это уникальный проект Ассоциации Сирано и Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования. Это возможность для врача продолжать свое обучение в рамках проекта непрерывного медицинского образования, не отрываясь от экрана домашнего компьютера во внерабочее время. Циклы вебинаров выстроены по 9 темам, которые идут как уроки в одно и то же время по выходным дням. В 16:00 начинается курс «Дентальная имплантация». Читают доценты Пензенского медицинского университета Александр и Дмитрий Стаматовы. В 16:30 начинается курс «Дифференциальный диагноз». Его читают доцент Этери Борисовна Мумладзе, профессор Андрей Леонидович Заплатников. В 17:00 начинается курс «Актуальные вопросы лор-органов». Его читают профессора Валерий Михайлович Свистушкин и Галина Николаевна Никифорова. Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования помогает вам выстроить вектор профессионального развития на ближайший 5-летний период. В 17:30 начинается курс «Актуальные вопросы неонатологии». Его читают профессора-неонатологи Наталья Ивановна Ахмина, Николай Павлович Шабалов и Андрей Леонидович Заплатников. В 18:00 будет начинаться курс «Современный врач». Его прочтут член-корреспондент, профессор Дмитрий Алексеевич Сычев, профессор, заведующий кафедрой психотерапии и сексологии Виктор Викторович Макаров. В 18:30 будет начинаться интереснейший курс «Неврология для педиатров». Его читают профессора Валерий Петрович Зыков и Андрей Леонидович Заплатников и сотрудники кафедры детской неврологии. Образовательные мероприятия реализуются ассоциациями в сотрудничестве с кафедрами нашей академии. Подобная связка обеспечивает получение современных знаний, умений и компетенций в соответствии с профессиональными стандартами. 19:00. Курс «Актуальные вопросы полиморбидной патологии». Читает профессор Ольга Дмитриевна Остроумова и сотрудники кафедры полиморбидной патологии. В 19:30 пройдет курс «Избранные вопросы хирургии для педиатров». Читают профессор Ольга Витальевна Карасева и сотрудники НИИ травматологии и детской хирургии. В 20:00 начнется курс «Диалоги с профессором Ириной Николаевной Захаровой», заведующей кафедрой педиатрии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования. Ассоциация «Сирано» приглашает вас совершенствоваться в профессии и начинает цикл видеоуроков для врачей первичного звена. И если ваш нос любознателен, то мы приглашаем вас на вебинары выходного дня по интересующим вас специальностям. Регистрация доступна на сайте www.edu-sirano.ru. Уважаемые коллеги, добрый день! Российская медицинская академия непрерывное профессиональное образование – это наиболее опытное и уникальное учреждение дополнительного профессионального образования. Мы реализуем программы в области повышения квалификации с 1930 года. В настоящее время дополнительное профессиональное образование врача преобразуется в так называемое непрерывное медицинское образование. И эта непрерывность вполне естественно для врача, так как согласуется с его естественной потребностью повышать свою квалификацию и приобретать новые знания, умения и компетенции. Непрерывное медицинское образование представлено двумя частями. Это образовательные программы, которые реализуются в нашей академии, нашими кафедрами, и образовательные мероприятия,
которые реализуются ассоциациями в сотрудничестве с кафедрами нашей Академии. Ассоциация «Сирано» приглашает вас совершенствоваться в профессии и начинает цикл видеоуроков для врачей первичного звена. Если вы хотите совершенствоваться в профессии, если вам интересно и если ваш нос любознателен, то эта программа для вас. Здравствуйте, уважаемые коллеги! Оториноларингологи снова приветствуют вас. В прошлый раз мы говорили о клинике острого среднего отита. Пришла пора поговорить о лечении. Начинайте, Галина Николаевна, профессор Никифоров. Собственно говоря, принципы лечения острого среднего отита достаточно хорошо определены. Они очень похожи на лечение риносинуситов. И мы сейчас с вами их попытаемся вспомнить. Прежде всего, поскольку большинство, подавляющее большинство отитов тубогенной природы средних, нам нужно восстанавливать функцию слуховой трубы. И функция слуховой трубы восстанавливается на любой стадии острого среднего отита. Каким образом мы можем восстанавливать функцию слуховой трубы? Собственно говоря, для этого у нас есть несколько групп препаратов. Конечно, это деконгестанты, это топические антибиотики, топические кортикостероиды, это комплексные препараты, содержащие антибиотики, кортикостероиды и деконгестанты, ну и целый ряд других местных манипуляций. Я только хотел бы добавить, что когда идет речь о топических антибактериальных средствах, то они используются именно интраназально, потому что мы воздействуем на патологию носа, носоглотки, и это, собственно, главный фактор, как мы в прошлый раз с вами обсуждали, главный фактор развития острого среднего отита, поэтому, собственно, все средства хороши, если мы убираем воспаление, уменьшаем, купируем воспаление в полости носа, носоглотки, и тем самым открываем устье слуховой трубы, и когда мы используем эти топические средства, мы обеспечиваем вентиляцию, восстанавливаем вентиляцию барабанной полости и, собственно, обеспечиваем дренирование из барабанной полости экссудат, который там накапливается. Но это слуховая труба. А что делать с инфекционным фактором? Мы ведь с вами говорили, что острый средний отит – это заболевание либо вирусное, либо бактериальное. И на стадии гторального воспаления чаще всего это вирусы, а с развитием гнойного очага в ухе бактерии. Да? Этиотропное лечение. Да, достаточно часто при остром среднем отите встает вопрос о системном этиотропном лечении. И если мы говорим о системных антибиотиках в России, по рекомендациям мы обязаны назначить системные антибиотики любому ребенку с острым средним отитом до 2 лет. За рубежом этот срок ограничен 6 месяцами. В России любой средний отит у ребенка до 2 лет – это показание для системной антибактериальной терапии. Если идет разговор о вирусах, то так же, как и при лечении верхних отделов дыхательных путей, мы можем использовать целый ряд препаратов, противовирусных препаратов, которые обладают универсальным антивирусным статусом. Мы можем говорить о использовании умифеновира, можем использовать ингаверин, или, в конце концов, если идет речь о гриппе, как источнике острого среднего отита, то наша известная релензы или азельтамивир, тамифлю. Системные антибиотики, стадийность такова же, как и при остром риносинусите. И стартуем мы с пенициллиновой группы, амоксициллин или амоксициллин-клавулонат. Мы уже с вами обсуждали не раз, когда мы назначаем амоксициллин, а когда амоксициллин-клавулонат. Это могут быть сфалоспорины 2-3 поколения. А вот препараты макролидных представителей и вторхинолоны – это резерв, это очень большой резерв. Но если говорить о макролидах, то резерв, потому что резистентность велика, а вторхинолоны – это препараты вообще для стационарного использования, и мы их в амбулаторной практике должны использовать, назначать в самую последнюю очередь, когда перебрали, что называется, все известные антибактериальные средства. Галина Николаевна, я просил бы вас осветить такую проблему, как патогенетическое лечение, топические средства.
Ну, что очень важно. К сожалению, системного патогенетического лечения у нас при острых средних отитах нет. И те случаи использования нестероидных противовоспалительных препаратов, к которым мы иногда прибегаем, потому что боль в ухе бывает очень сильная, плюс может быть повышение температуры, это не курсовое патогенетическое лечение, а это можно даже назвать элементом симптоматического лечения, обезболивания и снижения температуры. Но вот в лечении больных средним отитом острым очень важное место занимает топическая терапия. Но очень важно помнить о том, что для каждой стадии среднего отита используют свои препараты. Доперфоративная стадия. Основные жалобы пациента – это боль и снижение слуха. И в этой ситуации используются сложные капли в ухо, которые содержат нестероидные противовоспалительные средства, обезболивающие средства, могут содержать спирт. И эти средства, они запрещены к использованию, если развивается перфорация барабанной перепонки. При перфорации барабанной перепонки мы можем использовать антибактериальные монопрепараты, которые не обладают токсичным действием. А вот комплексные препараты, в состав которых входит несколько антимикробных средств, противовоспалительные средства, иногда тоже обезболивающие средства, они разрешены только у пациентов с наружным отитом в отсутствии перфорации барабанной перепонки. Вот это нужно очень четко соблюдать, потому что нарушение этих правил может привести к развитию осложнений. И еще несколько советов, как правильно пациентам использовать топические средства. Мы должны очень хорошо помнить, друзья, что препарат должен иметь температуру тела. И пациенту должны обязательно рассказать, что капли мы должны согреть в руке, и они должны соответствовать именно нашей температурной реакции. Не температуры комнаты, не комнатной температуры. Потому что, скажем, если у человека повышена собственная температура, а на фоне острого среднего отита это возможно, то капли комнатных значений, комнатных температур, они будут холодные для него. И это может быть вызвать очень иногда интенсивную вестибулярную реакцию. И оптимально, чтобы капли, особенно при наружном отите, вводились на каком-то носителе. Это может быть ватный фитиль, это может быть марлевая турунда. Вот, и после этого, после введения лекарства в слуховой проход, ну а при остром среднем отите мы еще иногда рекомендуем такой помповый механизм обеспечить, нажимая на барабанную перепонку, чтобы накачать средства в барабанную полость. А после этого слуховой проход закрывается ватой, обработанной любой жировой основой. Мазью, кремом, детским. Нажимая на козелок, да? На козелок, да. Не на барабанную перепонку. А я сказал на барабанную перепонку. Да, конечно, нажимая на козелок. И да. Делая глотательные движения. И делая глотательные движения, да. Друзья, еще об одном моменте надо помнить. Острый средний отит, как правило, длится 10-14 дней, и он купируется. А если не помогло, это о чем свидетельствует? Или нарастает клиническая картина. Или болевая реакция усиливается. Ну, в этом отношении надо помнить, если консервативные способы лечения оказываются неэффективными, то мы ставим вопрос о парацентезе барабанной перепонки в виде традиционной парацентезной иглы, в виде современных технологий использования лазера, лазерного излучения, радиоволнового воздействия. Но обязательно надо следовать этому принципу хирургии, где гной, там вскрой. Нет успеха от консервативного лечения. Проводим разрез барабанной перепонки, вот ларинголог, и выпускает гнойный эксудат из барабанной полости. Но это ведь может свидетельствовать и о развитии осложнения острого среднего отита, к которому, собственно, относится мастоидит. Галина Николаевна, давайте поговорим на эту тему. Да, и как раз вот мы уже говорили о том, что критерием выздоровления является нормализация и отоскопической картины, и восстановление слуха. Если чего-то у нас не наступает, или, как сказал Валерий Михайлович, вялотекущее течение отита, то надо исключать мастоидит. Мастоидит – это деструктивное гнойное воспаление клеток сосцевидного отростка. Друзья, я бы хотел уточнить, что именно разрушение кости, разрушение межклеточных балок костных сосцевидного отростка и является признаком мастоидита, потому что эксудат
накапливающийся в барабанной полости и в клетках сосцевидного отростка, является проявлением острого среднего отита. То есть, Валерий Михайлович, если на прием к врачу приходит пациент с заключением от рентгенолога мастоидит, а на снимке нет деструктивных изменений в сосцевидном отростке, это не мастоидит, это проявление острого среднего отита. Да. Критерием развития мастоидита является течение острого среднего воспаления в барабанной полости. Затягивающийся острый средний отит более 2 недель уже риск развития мастоидита. Хотя есть и молниеносные формы мастоидита, которые могут появиться у пациента уже через 5-7 дней острого среднего отита, но это встречается довольно редко. А чаще всего мастоидит – это затянувшийся острый средний отит. Более 2 недель. Какие еще могут быть клинические проявления мастоидита? Я попросил у Галины Николаевны. Это мутная барабанная перепонка. У нас даже есть специальный термин – мастоидная. Она не гиперемирована, но она инфильтрирована, она вялая, она мутная, она не блестящая. Это так называемый синдром колодца, когда вы удалили отделяемое из слухового прохода, и вдруг непонятно, откуда оно опять возникло. Или еще называют его симптомом резервуара. Это нависание задней верхней стенки. В костной стенке, я бы только добавил. Костной задней верхней стенки в костном отделе. И уважаемые коллеги, в любой ситуации неадекватного течения, не классического течения среднего отита, такого пациента надо отправлять на прием к соответствующему специалисту. Я бы здесь еще добавил в отношении боли, сохраняющаяся боль в области уха, сосцевидного отростка, усиливающаяся боль, усиливающаяся в ночное время, усиливающаяся при перкуссии сосцевидного отростка – это все признаки мастоидита. И, друзья, прогрессирующее снижение слуха. То есть на фоне лечения, казалось бы, острого среднего отита, а у пациента не просто сохраняется вся симптоматика, о которой мы только что говорили, но еще и слух прогрессивно снижается. И здесь, конечно, это состояние цитиссимо, проведение рентгенологического исследования, лучше всего компьютерная томограмма. Ну, об МРТ мы вообще не говорим, именно КТ, но и по обычному рентгеновскому снимку в наших традиционных проекциях Шулера и Майера мы можем с вами заподозрить разрушение клеток сосцевидного отростка. И это, конечно, стационар, это срочная операция. Как только мы поставили с вами диагноз мастоидит, это показания к экстренной операции. Никакие консервативные методы здесь нам помочь не могут. А почему мы говорим о необходимости адекватного лечения острого среднего отита? Потому что на самом деле мы знаем принципиально несколько отрицательных исходов течения этого заболевания. Но вот мастоидит уже обсудили. Неадекватное ведение, неправильное ведение таких пациентов заканчивается развитием стойкой перфорации и снижением слуха. Стойким снижением слуха, стойкой тугоухостью, это уже не только медицинская, но и социальная проблема, и развитием хронического гнойного среднего отита, который за собой может уже тянуть осложнения, о которых я попросил бы рассказать Галину Николаевну. Да, для хронического гнойного среднего отита характерно развитие уже очень грозных внутричерепных осложнений. Мастоидит при хроническом среднем отите развивается крайне редко. Это осложнение острого среднего отита. А вот атогенный менингит, атогенный абсцесс мозга, атогенный абсцесс мозжечка, синус-тромбоз, причем при среднем отите у нас, как правило, тромбируется сигмовидный синус, или атогенный сепсис, синоним этого заболевания, это достаточно частые осложнения при неадекватно леченном остром среднем отите. И поэтому по современным представлениям любой пациент с хроническим средним отитом должен быть прооперирован. И операция направлена на санацию патологического очага и на реконструкцию системы звукопроведения и барабанной полости. Поэтому таких пациентов должен лечить оториноларинголог. Если же к вам обратился пациент с выделениями из уха на фоне хронического отита, обострение хронического отита, вы можете назначить топическую терапию. Мы уже с вами говорили, это не ототоксичные моноантибиотики,
антибактериальные препараты. Они официальные, но все-таки таких пациентов надо направлять к оториноларингологу для решения вопроса о хирургическом лечении. Я здесь полностью согласен с Галиной Николаевной, потому что по нашим современным понятиям, по современным позициям, хронический средний отит – это хирургическая тактика, это хирургическое лечение. В одном случае, я напоминаю, у нас две формы хронического отита – мезотимпанит и эпитимпанит. Так вот, в случае мезотимпанита, это, в общем-то, доброкачественное течение этого заболевания, оно подразумевает, в первую очередь, снижение слуха. Так вот, хирургическое лечение здесь позволяет восстановить слух и ликвидировать периодические обострения гнойного процесса. А вот эпитимпанит, злокачественное течение не потому, что это онкология, а по своим разрушениям, по своим последствиям, по риску развития внутричерепных осложнений, о которых сегодня говорила Галина Николаевна. И в данном случае операция категорически необходима для того, чтобы предотвратить осложнения, санировать гнойный очаг, ну и попытаться улучшить слух. Собственно, вторая цель такой операции – это закрытие барабанной полости, отделение от внешнего мира и улучшение слуха. Валерий Михайлович, мы еще забыли сказать об осложнениях регионарных при хроническом гнойном среднем отите, с которым вы можете тоже столкнуться, потому что тот же эпитимпанит может протекать относительно бессимптомно, с минимальными жалобами, и вдруг пациент к вам обращается с головокружением, развился лабиринтит, или с парезом лицевого нерва периферическим, ну, более правильно говорить, с парезом мимической мускулатуры и периферического характера, это тоже может быть признаком, вернее, осложнением хронического гнойного среднего отита, или такой синдром, как петрозит, воспаление пирамиды височной кости, когда у нас присоединяются тригеминальные боли, выделение из уха, снижение слуха, головокружение, то есть такой тяжелейший синдром, это тоже осложнение хронического гнойного среднего отита. А это все туда же, это в хирургическое лечение, то есть хронический средний отит, гнойный или вне обострения, это показание к назначению консультации от ларинголога и планирование хирургического лечения, а иногда и проведение операции довольно быстро, чтобы предотвратить осложнения. Ну что, друзья, тему острого среднего отита мы обсудили достаточно подробно. Мы прощаемся с вами сегодня. До новых встреч. Спасибо за внимание. Спасибо, до свидания.